Ребят, привет! Вот о чем я хочу сказать. Вот на некоторых каналах, когда я просматриваю, ну, подобные ролики, то есть о походах выходного дня, о прогулках в лес и так далее, часто можно увидеть комментарии, когда пишут, что человек ходит по одним и тем же местам, что какой-то турист и так далее и тому подобное. Замечаете следы? Интересненько. Ну и вот. Что я хочу сказать. Скажем так, профессиональных туристов их не так много. Не так много и тех, кто имеет возможность часто, например, выбираться на несколько дней в какие-то походы. Это связано, ну, с самыми разными причинами. У кого-то работа не позволяет, финансы, здоровье и так далее и тому подобное. Ну, а есть такие товарищи, кто, скажем, выходит погулять не ради каких-то рекордов, не ради того, чтобы открыть какое-то новое место, а просто ради того, чтобы, первое, отдохнуть, второе, как ни крути, это физическая нагрузка прогулки, ну и третье, я в этом убежден на 100%. Даже гуляя по одним и тем же местам, всегда что-то новое можно увидеть. Я на своем канале выкладываю ролики, ну, как бы своих прогулок, ПВДшек и так далее. И как раз отношусь к той категории людей, кто на данном этапе не имеет возможности постоянно менять свои маршруты. То есть, в принципе, я, конечно, вот у меня есть, например, рядом лес, ну, 15 на 15 километров, грубо говоря, там 20 на 20 километров, и вот на этом участке я и гуляю. И хочу заверить, что даже проходя по одной и той же дороге, вот, например, здесь я уже ходил не раз, я для себя открываю что-то новое. И опять же, не ради рекордов, не ради каких-то там вымыслов, там, что супертуристом я и так далее. Нет. Я вышел, погулял, размялся. И, на мой взгляд, написать комментарий, что ты не турист, ты не походник, что ходишь по одним и тем же местам, давай что-нибудь новенькое, это куда проще, чем выйти, пусть даже в сотый раз, на одно и то же место, и часиков 5 погулять. Ну вот это мое мнение. Как говорится, каждый сам для себя сделает выводы. Ну и если есть возможность у вас, дома не засиживайтесь. Все-таки природа – это природа. И вот даже сегодня прошелся, ну сколько, часов 6 я хожу. Физическая усталость есть, но эмоциональный заряд, бодрость такая, что хватит надолго. Собственно, такая мысль. Всем всего хорошего, здоровья, удачи, чтобы все было у вас нормально. Пока.